за предупреждение. Так, я пойду искать бус. Какой-то бус. Что там за бус? Сейчас посмотрим. Так, жизни вроде есть у меня. Блин, а че? Автомат хрен, что ли, дадут? А, вот здесь вот, я понял. Так, это не рабочий. Это отсюда так все заросло. Вот тебе мартышка. Она сейчас соберется, падла. Ну, я потом пособираю здесь. За ними эти все запчасти, скажем так. Сначала надо здесь пособирать все. Тут должно быть много всего интересного. Потому что это Atomic Heart. Вот, лестница есть, видите? Значит, по ней можно лазить. Вот. Ты же по лестнице должен залазить. А чё ничего нет? Тут вот на картах. Видите, открытое пространство. Да что вы, ё-моё, это что, не открытое пространство? Во, не зря пришел сюда. Патроны, боеприпасы. Да это что такое? Чертеж открыт, клуша, рукоять. Тут уже кто-то палит за мной. Сейчас, ребята, мы вам чуть-чуть, подожди, с ним драться надо будет или нет? Не, он не живой. Попал по этому гусю, короче. Ого. Ну а тут что? Пойдем дальше. Тоже должно быть интересное по-любому. Нету? Блин, а вот тут. Но я сейчас еще раз залезу, там ящик по-любому брать надо. Все, отыгрался. Вот оно, гусиная лапка, блядь. Тут я еще кое-кого измочил.
Видите, осталось 5 патронов. И все, и кроме вот у меня больше ничего нет. Симпатично. Везде бы так. Ага. Судя по отдельному цвету, это носитель. Осталось его поймать. Раз труп и пси туда буст. Профессор, прием. Мой позывной Рубин. Можете обращаться ко мне в эфире так. Вы нашли носитель? Да, вот он. Бус у меня. Направляюсь в загрузочное помещение. Конец связи. Ну, сладись, для вас подарок. Наведитесь к ней. Так, я понял, где Элеонора? Нас придется искать. Кого первого херачим? Ее? Гусь опять на меня гонит. Так, а куда вставить ее? А. Две штуки. Добавлю на склад КС-23. У Леонора на связи, для вас подарок. А где мне ее взять, Леонор? Я бы не против к ней сходить, а как к ней попасть, ё-моё? Здесь сейчас драться, короче. Я помню, вот с этой вот чмака как. Ловить, они носятся от меня, как ошпарин. Здравствуйте, любимый. Ты такой смелый. Вот, смелый. Вот же Юрка Хрень, так просто не выловишь. Эти серые солнышки брезгливы только по девочкам.
В разнице с этим могут собраться все вместе и устроить себе хорошую трёшку. Да неужели? Ты ёпта, отстань. Ё-моё, сколько вас тут, ё-моё. Все еще идут и идут. Да ё-моё. Еле забомбило. Еле побил. Вообще обнаглел. Ты у меня на компост пойдешь. Дробовик мочит хорошо. Бля, я не пойму. Это щит. Густо будет еще. Четвертая пошла. Четвертая. Утро еще четыре. Вечером любовь. Или наоборот.